жінки в пошуках кохання. бабы Бабеля на одеській сцені в театрі «Ляльок». І саме про це будемо говорити сьогодні. Баби Бабіля вистава в одеському театрі Ляльок за творами Ісаака Бабіля, письменника світового масштабу, творця одеського міфу. Постановка включає три твори легендарного одесита. колоритні, сповнені іронічною патетики, розповіді Король і батько, пронизана біблійними мотивами притча Ісусів Гріх. Текст Бабеля у виставі звучатиме повністю. Намагаюся не викидати жодного слова. Для мене це принципово, та й неможливо це. Кожна фраза у Бабеля накладається на певну дію, розповідає білоруський режисер. Євген Корняг. І саме він, Євген Горняг, у нас у гостях. Вітаю вас! Здравствуйте! Я так зрозуміла, що зараз театр ляльок це аж ніяк не дитяча розвага. Разом з дитячим репертуаром можна подивитися навіть і Шекспіра, і Мольєра, і Чехова, і е, Бабіля, так. Но изначально, да, то есть театр кукол никогда не был детским. Его сделали в советский период детским, детским, потому что куколки, значит, играются, да, то есть для детей. Но изначально множество лет тому назад показывали всю нечисть, всю, да, то есть то, что боялись показывать на себе, смерть, боль, какие-то болезни, показывали на куклах, которых можно было потом сжечь, чтобы не оставлять этой дурной энергетики. И оттуда пошел, да, то есть берет свои истоки театр кукол. І він ніяк не дитячий. Зрозуміло. На сцені у прем'єрні дні, 8, 9 та 16 листопада будуть не тільки ляльки, а й люди. Як це все відбувається? Бо я, наприклад, ще не була у театрі Ляльок. Я не розумію, як, все... як ця магія створюється, розкажіть. современный театр кукол он не, подраз... не подразумевает под собой только что будет в... на сцене одна кукла а театр кукол то есть не очень часто использует живой план да то есть когда раздваивается персонаж когда персонаж может выступать и живым планом и кукольным планом и поэтому и в Бабеле вот в спектакле Бабы Бабеля там очень много разных техник кукол там меняются масштабы от безумно больших кукол до очень маленьких, которые практически не видны. И каждая кукла несет свою, да, то есть в зависимости от того, что кукла должна делать, то есть mm -hmm. если его пузо выпучено, да, то есть как бы на столе, то зачем ему ноги, да, то есть кукла состоит в основном из живота, да? то есть, потому что кукольный театр тем и интересен, что если, например, персонаж, да, то есть хорошо чувствует запах, то ему не совсем, ну, не обязательно делать уши. Да, то есть он более такой выразительный в, в сравнении с драматическим театром. Угу, угу. И у постановцы заняты 65 лялек и объектов абсолютно разных. Ось про что угу. вы говорите. выполненных в разных техниках. Но, а кто створил лялек? А, кто мастер? Кто художник? А художник Татьяна Нерсисян. Да, то есть как бы это могу сказать такой белорусский гений который уже обладательница золотой маски да то есть как бы российской премии она обладательница национальной премии в этом году в беларуси у нее пять спектаклей номинированы на национальную премию и в этом же году она снова номинирована на золотую маску и этот человек у которого куклы и ну и сама сценография да то есть ощущение его очень современные, и они очень живые. Потому что вот когда с цехов спускали кукол, и актеры первый раз их видели, это были какие-то танцы перед куколками, посмотрите, какие они живые. Да, то есть когда сами актеры, которые каждый день играют, работают с куклами, восхищаются куклами, и ты понимаешь, что работа художника там на очень высоком уровне. Зразумила. Неймоверная идея. И почему самый Бабли? Когда пришла эта идея? Створить самую такого выставку? Ну, Зрозуміло, що це Одеса, <систит> це якби символ а, литературный нашего места. Ну, а все ж таки. Меня нашли, да, то есть год назад, меня пригласили в Одессу перенести спектакль «Интервью с ведьмами», да, то есть и вот это единственный мой спектакль, который идет в двух городах, то есть спектакль, который я сделал два раза. После этого я зарекся больше никогда не переносить спектакль, потому что как режиссер ты, про, ну, простаиваешься, ты, ну, Хочется делать новое, хочется что-то. Mm -hmm. И да, то есть, директор театра театр Иосиф Меркович предложил мне: он сказал свою мечту, что он мечтает, чтобы на сцене театра кукол появился Бабель. Вот это была его мечта. Я, если прозвучал вопрос знаю ли я Бабеля, и у меня из детства всплы... всплыли строки из «Иисусова греха, когда да, то есть, мы играли в школе. Да, это этот такой материал в 10 классе. И после этого я практически год э, читал Бабеля, изучал Бабеля, и что интересно, и как его можно перенести э, в театр кукол, как с помощью театра кукол решить именно Бабеля. А было складно перевести э, мову Бабеля в эстетику театра Лялек? Э, когда я начал читать, я начал практически сразу видеть этих персонажей. Они какие-то немного утрированные, да, то есть... И... Це Любка Казак ну і множество персонажей, які по чомусь більше асоціювалися з театром кукол, ніж драматичним театром. Угу, угу. Ну І всі три героїні цих оповідань вони не дуже привабливі жінки, вони товсті, вони мордаці, червоні щокі, з червоними руками і жадібні саме до фізичного кохання, до фізичної любові. А, чому чем вас привлекли такие персонажи, Почему самые такие, такие женки выбраны были? Почему? Кажется... вас это привабливает? Во-первых, невозможно не влюбиться, не влюбиться в uh, речь Бабеля. Да, то есть как так. бы в его слово невозможно не влюбиться. И когда изучал, я понял, что нельзя ни слова выбросить оттуда. Просто это вот какой-то смертный грех взять Бабеля и порезать его. Mm -hmm. Там такие обороты, от которых, да, то есть как бы сходишь с ума, и их можно смаковать безумно. И сейчас, когда идет век гламура, когда открывается на каждом шагу фитнес-центры, когда, да, то есть как бы мы Фейс-контроль, да, то есть постоянная. И когда нам на масс-медиа навязывает, что надо быть идеальным, надо быть идеальным, но много людей не идеальных. И это не значит, что они не имеют права на любовь. Не значит, что они не имеют права, да, то есть как бы быть счастливыми. И да, они, может, кривоваты, косоваты, но они люди, которые хотят любви. Эти женщины, да, то есть эти бабы-бабеля, да, то есть как я это назвал, mm -hmm. И они по-своему трогательные. Да, это двойра, страдающая базедовой болезнью. Ну, она же тоже человек. И понятно, что не может она найти себе там, в 40 лет, но она же хочет любви. Угу. И интересен, да, то есть не всегда театру и искусству интересен идеальный, идеальный человек. Мне кажется, даже идеальный человек интересен в меньшей степени. То есть практически не интересен. Так. Потому что вот идеальный я... муж приходит к идеальной жене, у них идеальные дети, идеально отдыхают а конфликт где? А в чем проблема? Не драма, не и, драйма, и это не нравится. Ну, а здесь они со своими проблемами. Каждая по-разному, но мне кажется, это интересно и мне, и зрителю, и было интересно и Бабелю. Так, чему мы не побачим Беню Крика у спектакле? Бо он в двух оповеданиях есть. Но ну, его не будет. Ну, он присутствует. Он есть. Он где-то есть. Чему постоянно. А, я просмотрел Практически все фильмы, которые сняты по Бабелю, и где встречается Беня Крик, либо, да, то есть, как портатив, да, тебя Миша Япончик. Я посмотрел несколько спектаклей, и я понял, что нет, он какой-то другой Беня Крик. Угу. И я понимаю, он для каждого свой. Вот когда он не становится визуальным и становится материально точным, пропадает, пропадает загадка в нем пропадает вот этот миф миф Бенни Крика, да, то есть как бы и это как а, как бандит, да, то есть когда мафия, которая есть, но ну, никто не знает, как она выглядит, но она есть, и вот это ощущение Бенни Крика есть Но як он виглядає, ніхто не знає. Да, тож і я думаю, зритель кожен для себе буде дорисовувати беню крика свого. Ну, це як у кожного свій беня крику, кожного Бабель, у кожного своя Одеса. Це ваша цитата. А, до речі, яка для вас Одеса? Якою ви її бачите? Ну, я вже чуть, чуть я не можу сказати, що я одесит, хоча я до, да, тож в общий сложності вже пробув там 6 місяців, да, тож жити. Но Одесса, она какая-то очень своенравная. Она несложно описать. Сорочи, это жнка или человек? Если гендерно. Одесса мама, наверное, Жинка. Ой, ну, да. женщина. Да, да. Но она, она теплая, она располагает к себе. Она довольно-таки доброжелательна, да, то есть и. Хотя то же самое, с какой стороны, по какой улице идти, да, то есть возвращаться. Потому что иногда идешь, и мне кажется, что я вообще не в славянском городе, да, то есть что белых лиц я не вижу, и особенно, когда идешь по Пастера к театру, там, да, то есть, знаю, там мединститут или что-то, и поэтому ты находишься либо в Стамбул, либо что-то подобное. Повернемся до премьеры выставы. Яка музыка лунатами у постановцы? Это, мабуть, что-то еврейское. Это я сразу понял, что ни в коем случае не будет в спектакле 7.40. Mm -hmm. Не будет, потому что mm -hmm. этого ждут, если что-то да, то как бы еврейское, сразу 7.40. И на мой взгляд, да, то есть подобная такая музыка, как 7.40, она немножко обедняет культуру, потому что это, если делать про Беларусь, это значит будет куполинка. Существует очень много музыки, да, то есть как бы, но почему-то вставляют только куполинку. И вот 7.40, я тоже, да, то есть как бы посчитал, что это тот трек, который вставляют всегда, когда вот надо показать еврейская какая-то свадьба или да, то есть еврейскую тему. И музыку писал абсолютно всю авторскую, написанную специально для спектакля. Больше она нигде не звучала. И звучать будет вот в первый раз да, то есть на премьере. Написал Никита Золотай, мой композитор, с которым я работаю да, то есть уже четвертый спектакль. И mm -hmm. он сидел, изучал, прослушивал 7.40 и вытягивал да, то есть как бы, а, темы для спектакля. Так, ну а удэйский э, акцент, э, вин буде чи э, вы будете его э, уникаты? Я стараюсь от него, да, то есть ускользнуть. А в моментах, где прямая речь, немножко, да, то есть как бы мы все-таки, да, то есть подчеркиваем. Да, да, даже сегодня на прогоне нам сказали, что там раньше говорили что, а не что, «Что да? Что, да. И мы, я хочу сделать это деликатно. Я не хочу и очень часто просто, когда начинаешь копировать язык копировать акцент получается утрированно и невкусное и ощущение, что это издевать, ну издевать, издевательство над языком одесским, угу, да, то есть угу. как бы акцентом. И мне кажется, в спектакле не настолько главное говорить с одесским акцентом. Это, так. ну, не имеет значения, да, то есть. Угу, угу, угу. И если говорить про Иисусову молитву, так, Иисус в грех, да. Иисус в грех, так для старшеклассников это очень серьезная такая литературная речь. Как вы тогда ее поняли и как сегодня? Я тогда ее не понимал. Ну, то есть мне, да, то есть педагог говорил, что играть. Я играл, но вот когда я его перечитал, да, то есть вернулся вот в 2017 году к «Иисусовому греху», то понял, что совершенно про другое. Понятно, что мой педагог нас обманул, детей, и мы сыграли то, что, то, что он хотел, но я тогда этого не понимал проще этое поведение мне э, э, крутиться, э, э, поревнять свои враждения с вашими. Mm -hmm. Но там есть такая фраза, которая говорит, Арина, я ли свою душу бабскую одинокую выдумала? И вот эта бабская душа одинокая и в Иисусовом греху она показана просто так на распашку, на мой взгляд. Вот такая ее боль с этим животом шестимесячным и для меня вот это вот и безу... не будто, ну ты же меня сделал такое, за да. же это все мне, так? Да, да, то есть как бы это вещи, когда он лишил Иисус Христос, ну по Бабелю лишил ее защиты, и когда все проходящие словно с цепи сорвались, начали ей пользоваться, и ну такой жуткий рассказ очень. Да, ну а чем можно сказать еще бабу Бабеля, это спроба понять женщину краще? Мне кажется, что да там через весь спектакль проходят именно да, то есть как бы женские персонажи. Это вот три основных, но там же еще множество, да, то есть как бы маленьких, да, то есть как бы проходящих, и Любка Казак, и э, Рейзел, много, да, то есть как бы. И это попытка, как всегда, разобраться в женской душе, как и в интервью с ведьмами. Да, то есть у меня и только, наверное, вот последние спектакли «Бетон» и «Сестры Граи», да, то есть не относились вот именно к раскопкам женской души. А вот здесь это Mm -hmm. До речи про выставу-интервью с ведьмами, она стала не только аншлаговой у нашего месте, а завоевала гран-при в номинации «Кращая выставка для взрослых» Международного фестиваля «Театр ляльок-папет» в Киеве. Когда мы сможем снова побачить ее в Одессе? Ну вот была две недели назад или три недели назад. И будет, я думаю, в декабре или в январе. Ага, он, я пропустила. Он, она идет раз в месяц. Каждый месяц ага. идут да, как бы, интервью с ведьмами и можно прийти и посмотреть. Гаразд, гаразд. Ви працюєте е, в багатьох країнах, так, і в Одесі, і в Польщі, і у Мінську. Е, у себе вдома. Ще де можна вас побачити. Ви гастролюючий режисер. Вам цікаво бути в багатьох містах. Я свободний художник. Так вийшло, е, що коли я йшов і стяг. Пока я еще работал актером театра «Кукол», когда я решил с этим покончить, с таким э, актерством, э, ушел в режиссуру, я ушел на вольное хлеба, уж стал свободным художником, и куда меня приглашают, туда я иду, если мы договариваемся, да, то есть наши интересы сходятся, угу. то туда и еду. Угу. Ну, а вот я нашла в одном интервью э, такой ваш выслив, «шукаю конкуренцию, чтобы было у кого учиться, куда расти, а тут в Минске ни одной премьеры не ждут, это расхолодит» кого сейчас нужно учиться? У кого в Одессе можно учиться? є тут конкур конкуренция? Что вам интересно? А, ну вот я один спектакль увидел, но человека, которого я видел уже третий спектакль, это Стас Жирков, тоже приглашенный режиссер из Киева, хотя он сам из и... Пододеса, да, под насколько я помню. Угу. А, и в Украинском театре он сделал, она его любила, и это очень хорошая режиссерская работа. На мой mm -hmm. взгляд, вот то, что я бы посоветовал сходить посмотреть, такой современный режиссерский язык. Очень-очень интересный и сильный. Что будут работать для Санкт-Петербурга? А я еще не знаю. Я еще не знаю, потому что мы только ведем переговоры. Но, скорее всего, это будет авторская вещь абсолютно. Потому что в основном я занимаюсь авторским театром и очень редко использую автора. Я сочиняю спектакль сам с начала до конца, придумываю текст. Да, то есть и, и вот это практически первая постановка, когда автор Исаак Бабель. И я даже с афиши убрал свою фамилию, потому что, мне кажется, недостойно рядом с такой фамилией стоять моя. И отдал все вот в руки Бабеля. Зрозуміло. І, до речі, тоді про ваш авторський театр ми можемо поговорити. Це е, «Корнях театр». І читала, що для вас головний виразний засіб – це саме тіло. Тому е, ви ще говорите, що «Корнях театр» – це фізичний театр. Угу. Чи можна то докладніше? Він існує ще цей е, «Корнях театр»? 1 ноября было ровно два как як він розпався. Все, он уже два года не существует, и я уже существую как отдельно, да, то есть как бы режиссер. И у меня нет людей, с которыми я постоянно работаю. Это каждый раз новые люди, куда приезжаю, да, то есть. иначе Цыгарна новый, наче Я думаю, что нет. Да, то есть, как бы это было печально. Я практически год переживал этот распад. И сложно довольно-таки переживал. Для меня это была нехорошая новость. Но сейчас, вот после бетона. Когда спектакль взял лучший спектакль года в Беларуси, он воскрес. Конечно. Крутезно. И вас называют наискандальнейшим режиссером. А Почему, как думаете, до вас приклеился ярлык? А, ну, там не дописано «скандальнейший режиссер Беларуси», потому что в мире есть более скандальные, нежели я. Это было давно. Я сделал просто спектакль в ночном клубе. И реальный ночной клуб, актеры, ой, то есть зрители сидели за столиками, и все происходило, что девять, девять девушек не могли выйти. Нет, семь, семь, как семь смертных грехов не могли выйти уже в течение месяца с этого ночного клуба. И, ну, он такой был довольно-таки скандальный, угу. жесткий спектакль. Угу. Угу. Ну, а еще что-то такого? чи там были оголенные тела, чи что там было? Ну, для меня голеное тело это не скандал. Потому что в Бабеля тоже будет огольное, оголенное тело. Обнаженное. Да. да, то есть я не я занимаюсь физическим театром. Для меня главное тело. Да, то есть театр кукол я воспринимаю, потому что по образованию актер театра актер театра кукол. Угу. Я его чувствую. Но мне более интересно человеческое тело, и я не стесняюсь его. И для меня голый актер на сцене это не скандал. Возможно для кого-то скандал, для меня нет. Скандал это чуть. Другі угу. Uh -huh, uh -huh. У іншій площині. А, Вам колись хотілося піти зі спектаклю, уйти, щоб не бачити цього? З, -з моєго? Ні, ні, ні. З якогось чужого спектаклю. Та 95% я ухожу в течені 15 минут. Чому? Но... Не цікаво? Нудно. Но я вижу, как это сделано, я вижу, что там режиссер непрофессиональный, что это самодеятельность. И мне это не интересно, потому что театр это моя работа. И, естественно, я в Минске просматриваю все, что появляется. И когда ты едешь на фестиваль, и ты за неделю можешь посмотреть 25-26 спектаклей за 7 дней. Когда ты в день смотришь по 3-4 спектакля, естественно, ты очень быстрее начинаешь анализировать. И вот если режиссеры и актеры меня не затянули, не зацепили, то я не буду тратить свое время. Зачем? Потому что потом я разозлюсь, начну разбирать это все по полочкам. Нет, мне как-то, ну, я не мазохист. Это моя работа, да, то есть если кто-то может смотреть и получать наслаждение, вот когда я сажусь и получаю наслаждение, когда я не знаю, как разобрать спектакль, например, «Пин и Бауш», я тогда схожу с ума от удовольствия. А если я вижу просто каждый, каждый стежок, каждый, ну, мне становится скучно, и я, чтобы не посылать отрицательную энергетику актерам, я ухожу. Тихо, спокойно, незаметно. Я зустріла брата, <смеш> <смеш> мабуть, тому що у, у мене зазвичай бажання саме ну, уйти. Мені mm. у більшості випадків не подобається те, що я бачу, чи те, що я чую. Ну, я не як режисер на все це mm. дивлюся, я як глядач, але ну, мені рідко подобається. До речі, театр повинен бути зрозумілим mm. для глядача. Ні, mm. завжди. Mm. Ні? Ну, должен... а, якщо, а якщо це ну, зовсім чи не зрозуміло? Чи виникає дуже така велика дистанція? І э, глядач э, від цього страждає, можливо, агресивно якось сприймає? Очень часто, да, тось как бы род ксінофобії, коли ти ні то. чего ты не знаешь, оно тебя пугает. И очень часто это выливается в агрессивной форме. Угу. Но я смотрел много спектаклей, когда я ничего не понимал, когда это мондик. Но меня увлекал ритм, меня увлекала сценография, меня засасывала энергия. И очень часто, когда в спектакле есть энергия, но ты не понимаешь, и тебя это держит до конца. Например, про спектакль "Пины Бауш", да, то есть ходила эта молва, что текли слезы сами собой. Человек не понимает, что происходит, но у него текут слезы. Это даже показал в фильме Альмадовар, в фильме "Поговори с ней". Вот эта картина, когда человек не понимает, но у него текут слезы на спектакле "Пины и Бауш". И вот это когда энергия тебя засасывает в спектакль, тебя очень часто может заставить пойти второй раз посмотреть этот спектакль, посмотреть этот фильм, и во второй раз, возможно, ты уже начнешь ага, вот в чем дело. И не всегда то, что не всегда нравится, то, что ты понимаешь. Как описать там а, вот запах? Почему он тебе нравится? Он тебе нравится. Ты не можешь его вот точненько расписать, какие там ингредиенты входят. И в спектакле то же самое, да, то есть есть спектакли, которые ты не понимаешь и скучно и уходишь, а есть спектакли. Ну у меня так случилось в бетоне, когда люди ходили три раза, потому что их засасывает энергия в бетон, да? то есть и mm -hmm. А, так, с, а, моя думка кудись улетіла, да? <смі> якщо, якщо російською. А, про, про 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 особисте більш. А, це такий в мене блок, а, вже не зовсім пов'язаних з прем'єрою спектаклю питань. Але вони ще більш характеризують мого героя. Тому угу. це буде такий невеличкий бліц. Угу. Окей? Да. Гаразд. А, Якби у вас з'явилася можливість запитати, задати питання своєму, своєму найулюбленішому режисеру, то хто б це був і що б це було за питання? — Ну, у мене вопросов немає. К режиссерам нет, да, то есть, как бы. А... Нет, ну сейчас например... бы, наверное, из живущих, да, то есть, как бы, естественно, изначально хотелось бы с Пиной Бауш поговорить, вот. да, то есть как бы. Сейчас бы хотелось поговорить, но Пина Бауш умерла в 2010 ну, году. Ну, а как бы она была жива? А, спросить, что я не знаю, как настроение. Потому что ну, у художника спрашивать мне не нравится, ну, не то, что не нравится. Я не могу ответить на вопрос, как ты это придумываешь потому что это какой-то хаотический да то есть спонтанно очень много чего от чего зависит вот эта мысль я даже не помню вот сейчас я даже не могу это сформулировать я не помню много моментов как я придумал это уже в спектакле есть мне это нравится или даже когда я пересматриваю спектакль который сделал пять лет назад и я не помню как я это придумал но мне это нравится. И сейчас бы хотел, вот Дмитрию с папой Иоаннов, это греческий режиссер, очень хороший. Угу. Но мне нравится смотреть их спектакли, разбираться самому в их работах, а спрашивать мне ничего не хочется. Угу. Ну вот, когда письменник закончил роман, хочется запитати в него, как он себя чувствует. Угу. А у вас сегодня был генеральный прогін. Нет, не генеральный, первый Перший прогин. Как вы себя почуваєте? Хорошо. <laughs> Есть над чем работать. И понятно, что не хватает всегда там до одного-двух дней. Но, по крайней мере, актеры уже распределились на это время. И спектакль будет. Угу. А доходить вам складно? Ну, актерские группе, например. Что? Угодить. Ага. Довольны ли вы результатом? Еще не совсем. Uh -huh. Нет, еще есть куда работать и актерам, да, то есть еще сейчас начнется каждый день по два прогона, и у меня к ним и больше и больше и больше замечаний, потому что когда, как только увижу, что актерам легко это дается, мне, значит, надо будет придумать еще что-то, чтобы они не расслаблялись, uh -huh. да, то есть как бы при этом, да, чтобы они играли легко Бабеля, но при этом, чтобы им, да, то есть как бы постоянно были в тренаже, постоянно были на чеку. Так, с Девом наикраще працюется и в каком стане? Где эта страна или... Где лучше всего работается а... и в каком состоянии? А, в состоянии трезвости и только. Потому что, да, то есть, алкоголь <свист> сразу же, да, то есть, как бы в другую сторону работать не хочется. Только трезвым и здоровым. И желательно вечером. Вот чего мне не хватает в Одессе, да, то есть, потому что невозможно работать по театральному времени. Потому что в основном репетиции идут с 11 до 2, и потом с 6 вечера до 10 вечера. Но так как Одесса — это пробки, это невозможно добраться и тому подобное, актерам неудобно на этих 4 часа уезжать домой и приезжать. Если в Минске это удобно, и поэтому вот этих две репетиции с большим перерывом, они рассматриваются как две. А вот когда это с 11 до 5 вечера, очень устаешь, и к вечеру уже становишься не такой плодотворный. Но больше всего мне нравится работать практически ночью. Вот 10 вечера и туда. Угу. Но это в основном получается только с такими свободными театрами, не государственными, потому что там в основном работают такие фанатики-фанатики, и в основном они у них основная работа, а потом ночью ты с ними работаешь. Угу. А если э, говорить про идеальный день, а смогли бы вы его описать? Свой идеальный день. Э, как ну, он должен выглядеть? Наверное, когда нет свободной минуты. Ну, потом кофе выпить, да, то есть как бы выкурить сигарету, но чем больше занят, тем больше успеваешь. И тогда ты засыпаешь, какой, какой, я молодец. И все эти хвилины, э, они заполнены чем? Театром, работой? Ну, да, то есть театр, театр, театр. Театр — это моя работа. И когда там спрашивают про мой, как это называется, такая, когда люди занимаются чем-то, Хобби. Хобби у меня его нету. Потому что, да, то есть это театр. Ну, а отпуск вам не потребно? Отпочинок, от театра не потребно? Нет, иногда надо. Иногда надо, когда уже голова сходит с ума, да, то есть как бы, ну, один-два дня этого достаточно. А вот я тут целый месяц, это вообще слишком много. И... Разумела. Три людини, которые на вас вплинули наибольше три человека а, которые... да, нет я понял я понял вопрос из наверное это Анатолий Костецкий мой педагог по в школе с которым мы делали Иисуса в грех и которому я да, то есть как бы для для меня это посвящение ему да то есть он умер и посвящение ему то что он меня ввел в эту профессию это Алексей Анатольевич Лилявский, мой мастер в академии искусств в Минске это лучший режиссер театра кукол да то есть как бы Беларуси он мне дал эту профессию. То есть Костецкий меня ввел, а Лилявский мне дал эту профессию и объяснил, что такое театр, кукол, что такое вообще театр. А у Лилявского просто очень часто его студенты уходят в разные виды театров. Могут даже уйти в эстраду, но всегда есть ощущение вот школы и понимания профессии. И третья, наверное, Пина Бауш, да, то есть как бы немецкий хореограф, режиссер, которая меня влюбила в тело и заставила меня, да, то есть, интересоваться телом, пластикой. Вот это, наверное, До речи, да, так, если говорить про Пину Бауш, а у этой выставки Бабу Бабля» будет какая-то бу буде хореография танцев? А, минимум, минимум, ну, но будет, я сделал там вроде бы полтора танца, что-то такое. Угу. Ну, я использую, я очень часто работаю хореографом у других режиссеров в Минске, да, то есть меня приглашают, чтобы я построил тела актеров и выстроил. И самая главная задача у меня как хореографа это сделать как можно меньше танцев. Потому mm -hmm. что для меня непонятно, играли, играли, а тут начали танцевать. И для меня это очень странно, да, то есть когда. И э, танцевать надо столько, сколько вот надо. Ни в коем случае не больше. И там есть несколько моментов, когда подключается пластика. Mm -hmm. Если говорить про особистый успех самый для вас, то что это, как это можно выяснить? Особисто успех для меня это? Ну, наверное, востребованность и, наверное, когда тебя понимают, и ты чувствуешь, что там, ты не зря сделал, там, например, данную работу, и когда идет потом благодарность и зрительское, зрительского внимания, и аншлагом, да, то есть, как бы, ну, он, наверное, аншлаг. Mm -hmm. Потому что в Минске это сделать легко, в Одессе это сделать очень сложно. Мне кажется, одесситы такие глядачи невымогливые. Я куди не пройду, а майже скріс стоячий овации. В Беларуси же самое. В Беларуси тоже самое. То у нас самое. ну дуж такие благодарные, если угу. российскую. А, возможно благодарные, но Одесса не совсем театральный город, да, то есть я там сходил в украинский театр и вижу много свободных мест, хотя понимаю премьера была там месяца три-четыре назад. И понятно, вот как привлечь одесского зрителя к театру, да, то есть, как бы, это там уже другой вопрос. Если в Минске я нарабатывал там свое имя, а, сколько там, лет 10, наверное, 12 лет я уже в профессии. И да, то есть, и достаточно уже только в Фейсбуке разместить, да, то есть, как бы, информацию, и зал будет заполнен. То есть, здесь надо сломать голову, и как это, чтобы привлечь зрителя на спектакль? Уже у финале. Да. хочешь, чтобы вы особо быстро запросили наших глядачей на эту премьеру. Вам слово, ваша камера. Я, ну то есть актеры театра «Кукол Одессы» будут безумно рады и счастливы видеть вас на премьере или на дальнейших показах спектакля «Бабы Бабеля». Дякую за разговор, дякую угу. за интервью. Напоминаю, что у нас в студии сегодня был Евген Корнях, режиссер выставы «Бабы Бабеля» у театре Ляльок. Нагадаю, Напоминаю, что премьера будет 8, 9 и 16 листопада. Так, і до речі, вистава йде російською мовою. Це пастера 15 от 19.00. Для вас працювала Саша Корінь. Бажаю прекрасних вихідних, і ми вже побачимося у понеділок. Па-па!